ты не будешь давать практику кинерологу? Я погибну в кинерологу. А, Ерок. Ты его знаешь? У него пятка, локти. Блин, застав тормозит в корочку, вообще вваливается на тормозах. Жутко. Желто-зеленый, желтый, а почему там застав, что ли? У нас желтый, смотри. Он ход 3 поставил, ход 2. Ход 3, блядь, под желтый. Нормально, нормально, тихо, смотри. Тихо. Смотри, смотри, ему похуй на красный, да? Я думаю, ему вообще похуй. Куда остановить? Приехали. Если ты сраный хрень, я остановиться не смог. А какого хрена стрелял ты не по маршруту? Там мне бесит тупик просто. Какого? Восстанавливай контакты пока. Кто стрелку перевел, сука? Кто здесь переводил стрелки и вернуть их не вернул назад? Яхи, походу. Я, блядь. А нахуя он вообще здесь переводил? Без предупреждения, по-моему, даже. Нет, понимаешь, он говорит, что это не тормозит? Он по желтый въебал ход 3. Действительно, что это нам не тормозит, блядь? Так, где у нас там яд по профиль минус талон. А ты уверен, что это он? Да, потому что он баловался. Смотри, он не может тронуться, блядь. Рез вырубил. Сорвало. Блять, он сейчас долго будет ебаться. Ну пускай ебется. Господи. Я еще главное все это снимаю. А, да, правильно. Главное, ну, под желтый ход 3 въебал, блядь. Че с оно нет? А контакт он восстановить не хочет, разобщительно. Он вроде нажимал уже, не знаю. Ёпта мать, у него еще и в голове стояночки затянут. Чего сервак? Так ёб твою мать, ты знаешь, как восстанавливать? В экстренное переводишь, потом восстанавливаешь контакт у УАВа. Какая УАВа? Чё такое УАВа, блин, а? Да, давай дрочить контроллер в пустую. Ну? А этот ему заградил контакт. Как назло. Да вообще. Пиздопоезд. Да, сейчас бы контроллер дрочить, ага. Бля, съеби, сейчас сделаю. Я не лагаю вообще. Я просто подвесил. Где там пинг его, ёпта? Чё он пиздит? У него пинг 44. Слышь? А, нет, это он? Да, вроде он. Чё, не хочет ехать на ход 1? Дай ход 2. Всё, нормально, пускай садится. Пускай садится. Я такой, отец сделал. Все равно мы скрыл руках. Да как, у тебя же ехало, слышь? Чего? Он не смог тронуться с первого раза сейчас. Ёб твою мать. Тормоза отпустите. Все, сейчас я скажу. Я пол человек. Я просто орусь. А что у нас, какая там следующая станция-то у нас? Я не помню. А, спал бы это, депо. Депо Октябрьское. Ну поехали на Октябрьское сейчас. Я блядь, не состав делаю. Жалкого, честно. Станция Октябрьская. Уважаемые пассажиры. При выходе из поезда не забывайте свои вещи. О, схему разобрал.
Блять, у него. Я даже сбился со счета, сколько ошибок у него. Это какой у нас путь? Первый, второй? А светофор сейчас скажу какой. Седьмой, это первый. Повтори. Поехали. Мандарик не доехал, остановился, открыл дверь. Давай его сейчас. У него, блядь, неисправность горит, он супер гонит. Что за пиздец? Да, реально, мне состав жалко, там колеса пизда полная. Человек пиздец. Блин, раковый пиздец. Пластик не зря создали. Давай ему поставлю ранку. Да, ну вот когда он это закончит, когда скажешь не сдашь, не сдал, раковый пиздец, и все. Как у него никто там. А первый в списке он чим, по-моему, чимба, чумба, чамба, мы хоть пойми как. Вот он чумачанка, блядь. Смотри, мы идем с горочки, при этом тормозим. На ход 2. Нормально. Я не удержусь. А тебя не смущает то, что мы сейчас ехали с горочки на ход 2, и при этом у тебя скорость сбавлялась? Да, знаю, что она сбавляется. У меня подвижка на этой двери. Бля, смотри. Я переместился дальше. Слышишь, сейчас будешь убирать. Сколько дверей? Ну, шаблон вопросов. Тест раковый пиздец. Сколько дверей? 17. Да я читал, я знаю. Просто. Скорость отрыва пукана ДС при проезде ножа. Как ему ранг раковый пиздец поставить? Подожди. А там нужно в меню заходить, это только админ вроде можно сделать. Или это у тебя, если есть доступ, не знаю. Я сейчас вижу тормоз. А? Он не тормозит. Он не тормозит? Ты уверен, что он не тормозит? Я сейчас полный вижу, я не вижу полный. Что? Что? Не принимай. Ну сейчас куплю эти вещи. Ах, не, я не могу, короче, ему. Чего ты, Артём? Не могу поставить ему раковый пиздец. Ну, значит, я поставлю потом. Бля, такой пиздец просто. Всё, спасибо, надо сказать, Свагу, он придумал данный, скажем так, класс термин. Хочешь угарнуть? Ну. А у него, короче... Бля, ща этот роман с Дэд тоже наебнет чего-нибудь, смотри. Где? А вон, смотри, видишь, он открыл МД-3 себе принудитель. А МД-3 находится? Международная, понятно.